шахматы закончилось, продолжается жизнь. Если скажут, что мне осталось жить минуты, держись, то я не буду рвать на себе волосы так мудрее, а стану давить на клавиши чуть побыстрее. Каждый волен верить в то, что хочет, и не коже насильно заставлять всех верить в одно и то же. Не заставить всех любить друг друга, даже внутри дружеского родственного круга. Вот, к примеру, девушка идет к парню поговорить об информатике. То вероятно, что это действительно информатика. Но когда она приходит к нему об этом поговорить 6 раз в неделю, то это не информатика. Это уже калит. Не надо путать мечты с реальностью, мечтать о любви. Если решишь, что реальность должна зажечь тебе огни соответственным мечтам, то ты явно не в себе. Девушка пришла, просто хочет поиграть на трубе. Ну, так доставай трубу, пусть поиграет. Проблемы с утренним фантастическим подъемом его утром. Есть реальные насущные проблемы, и это совсем не круто. Пофантазируй, фантастика всегда служит человечеству. Главное не простаивать, а еще послужить отечеству. Служить отечеству. Ура! Китайская, французская, итальянская кухня, польские колбаски в русских банях тоже не рухля. Кафешка не вечный единственный приют человечества. Однако она отправная точка приключений вне одиночества. Oh yeah, oh yeah. Диететики. Если вкусно, значит вредно. Значит, и целоваться нельзя, и другого усердно. Когда борешься с накоплениями от этого лишними, понравится любое, что пролетает мимо. С вишнями. Хватаешь, 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 что пролетаешь. Чего пролетаешь? Ты мне нравишься? Нет? Ну пролетай мимо.